Чудо произошло. Петрозаводчанка Галина Широкорат сможет получить визу в Эстонию и встретиться там со своим любимым. На прошлой неделе мы рассказывали историю о том, что визовый центр отказал женщине в выдаче разрешения, потому что она физически не может расписаться. Сегодня Галина Широкорат в хорошем настроении и охотно участвует в фотопроекте федерального издания. Но еще несколько дней назад мысли женщины занимало только одно – как получить визу в Эстонию, где живет ее любимый Андрей. Ведь сделать это по доверенности не позволяют правила, а поставить подпись в документах Галина не может физически из-за болезни. Но визовый центр все-таки сделал для нее исключение. Они мне в пятницу погоды То есть визу Галина получит и сможет осуществить свою мечту – поехать в Эстонию, чтобы впервые встретиться с любимым, которого все 7 лет знакомства видела только по скайпу. Любимый узнал о том, что дали разрешение. Какая была его реакция? Он мне сказал, я в шоке. Теперь дело только за спонсором, который собирался оплатить все расходы в этой поездке. О положительном решении визового центра Галина ему уже сообщила и ждет обещанной помощи. Алена Сенси, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».